Мало кто знает, а кто знает, тот не делает чаще. Но кран игольчатый должен стоять после холодильника или холодильника Димрота, у кого что стоит. Друзья, всем привет, с вами снова Серега. Ребят, будучи на вахте, мне пришло сообщение от Почты России, что мне отправлена посылка, трек прислали, так как указан мой номер телефона. Внизу было написано, что посылка из Воронежа. Вот. Тут я немножко обомлел, думаю, что такое. Читаю ниже, от Александра Рожко. Вот так вот. Такой хотел он, наверное, сделать сюрприз, но, наверное, зря указал номер телефона. В общем, я ничего у него не просил, тем не менее, человек отправил мне одну вещицу. А перед этим разговор был по поводу регулировки двухконтурного дефлегматора. Вообще, как правило, регулировка происходит краном после, будь то холодильник, дефлегматор, ну, неважно, у кого что стоит, вот, то и регулирует. Во. Правильная регулировка. Кран ставится на выходе из холодильника либо дефлегматора. Ну вот. Но я не знал, что там идет у нас. Вот. Я пишу Александру, я говорю, ты мне что-то отправлял? Он говорит, увидишь там все потом. В общем, пытал, этот партизан ничего мне не рассказал. И вот вчера, буквально прошлое видео я снимал вот как раз перегон, да, и слетал в Лакинку, получил посылку, ну, на почту съездил, получил посылку. В посылке оказалось вот такое вот существо. Представляете? Смотрите, какая красота. Не устаю говорить, что Александр молодец, мастер своего дела, ну, просто огонь. Такая интересная штука. Такой гусь, гусек. Нужен он для регулировки именно двухконтурного дефлегматора. Смотрите, что у нас получается. Мы открываем кран подачи воды. Открываем, и давление в разных трубках. Со мной в комментариях много спорят, когда что-то разговор был про длину трубок. Чем длиннее трубка, тем больше давления на нее надо подавать. Ну, все вы это прекрасно, наверное, понимаете. Хотя некоторые не понимают. До пены у рта мне это доказывал. Возьмите шланг, например, метровый, пустите через него давление. И возьмите 100-метровый. Ну, разница есть, да? Также и здесь. Например, внутренняя спираль у нас, ну, грубо говоря, там 3-метровая. Наружная 6-метровая, в два раза больше. Вот. И давление, соответственно, у них разное. И работают они по-разному. Охлаждают пары по-разному. Для этого и нужно два выхода. Именно. Смотрите. Оба выхода. В прошлом видео у меня был просто тройник, и слив был в одну трубку. И регулировал я вот этим краном, вот этим. Просто смотрел на температуру воды на выходе. Это, ну, не скажу в корне неправильно, но вот немножко не так. И поэтому с одного холодильника течет флегма кипяток, с другого холодильника идет переохлажденная флегма. Конечно, они вместе смешаются, будет что-то среднее, но лучше сделать просто по-людски, ну, по-человечески, по-правильному, вот, чтобы флегма с одинаковой температурой с обоих спиралей просто падала вниз, ну и чтобы все было very good. Погон у меня давно закончился, это я просто включил колонну работать на себя. Сейчас вот в ней 2100 плюс 1500-3600. Вот, на себя она работает. Это видео чисто, и сделал чисто для съемки этого видео. Дальше. Смотрите, регулируется все просто элементарно. Даже вот по струйкам можно заметить, что вот это вот внутренний контур, вот это вот внутренняя спираль, которая тоненькая, у ней струя больше, чем та. По скорости крутилок можно тоже это
определить. Наверное, видео кадровка не совпадать не будет. Вот этот крутится гораздо быстрее, чем вот этот вот. То есть внешняя спираль работает немного меньше, а вот внутренняя пашет, ну не за двоих, но работает. Вот так вот. Регулируется все просто. Термометр потухли. Открываем кран на всю. Например, вот если ее убавить, чуть-чуть подтянуть. Смотрите, что сейчас будет происходить. Они были примерно одинаковыми. А эту, например, откроем побольше. Ну, вот смотрите, что у нас получается. У нас получается внутренний контур. Перегревает флегму, да? Можно еще даже подтянуть. Вот так вот. А наружнюю ее переохлаждает, так как в наружнюю поток больше. Сейчас работать он, ему придется больше. Он выше подниматься будут пары. Конечно, кто-то скажет, что все это фуфло, ерунда, но чисто теоретически, даже я это понимаю. Ну, я не дурак, конечно, но все равно. Ну вот смотрите. Видите? Этот переохлаждает, перегревает флегму. Ну, еще не перегревает, можно еще подтянуть его. И в процессе эксплуатации все равно какая-то трубка накипи покроется больше, какая-то меньше, и в итоге. Опять же, будут разные давления, и если будет стоять тройник и выход на один кран, либо вы будете этим просто регулировать, температуру брать объединенную, то это будет абсолютно неправильно. Ну вот как бы так, вот такое вот коротенькое видео хотел для вас снять. Александру огромное спасибо за сюрприз, за неожиданный прям, дай бог здоровья. Они были без кранов, краны я добавил уже после. Пока вот вчера ездил, получил посылку, узнал, что там, съездил у Владимира, мне по делам нужно было, неважно. Вот, купил краны, и все, краны, видите, стрелочками все правильно стоят. Ну вот, ребят, как бы так вот, такой маленький лайфхак. Александр говорит, только не вздумай сказать, что я их буду делать. Мне на это времени абсолютно нет, денег, говорит, много не возьмешь. А канители с этим гуськом, ну, очень много. Не знаю, есть желающие, просто напишите ему, может, и сделает. Мне вот такой вот подарок даже. Мало того, что я не знал о нем, он отправил за свои деньги, предлагаю обратно. Ничего не берет. Саш, огромное тебе спасибо и дай бог здоровья. Вот, ребят, ну, а сейчас, наверное, разрешите откланяться. С вами был Серега, видео и так затянул. Все, всем пока. Вот здесь нарежу канавки под быстросъемы и поставлю сюда, ну вот такие же, вот. Чтобы все быстренько разбиралось. Но вот сейчас пока временно так. Что-то я не знал, что он мне ее пришлет, я бы, конечно, заказал 4 их. Спасибо. Ты заходи, если что. И за лайк, и за подписку. Спасибо.